11 апреля в базилике Святого Петра в Ватикане состоялось торжественное и официальное провозглашение внеочередного юбилейного года. Чтобы объявить юбилейный год, папа подготовил так называемую буллу. Она носит название «Misericordiae Vultus», что в переводе означает «лик милосердия». В тексте содержится 25 глав, очень важных по мнению понтифика. «Как Бог прощает с нежностью и состраданием, — говорит папа, — так и христиане должны прощать, чтобы уподобиться Ему». Поэтому девизом юбилейного года стали слова «Будьте милосердны, как Отец». 12 апреля, в воскресенье Божьего милосердия, во время молитвы «Ангелус», папа обратился к верующим, собравшимся на площади у базилики. «Глубоким и продолжительным временем для того, чтобы усвоить огромное богатство милосердной любви Бога, станет следующий внеочередной юбилейный год милосердия, було проведение которого я провозгласил вчера вечером здесь, в базилике Святого Петра». Эта була начинается словами «Misericordiae Vultus». Ликом милосердия является Иисус Христос. Устремим наши взоры на Него, того, кто всегда ищет нас, ждет нас, прощает нас. Он так милосерден, что не боится нашей нищеты. В своих ранах Он исцеляет нас и прощает все наши грехи. Да поможет нам Дева Мария быть милосердными к другим, так как Иисус милосерден с нами. Традиция празднования внеочередного юбилейного года установилась в церкви в 20-м столетии. Каждый из юбилеев был посвящен тем или иным памятным событиям. Так, в 1933 году внеочередной юбилейный год был провозглашен Папой Пием XI в память 1900-й годовщины искупительной смерти Христа на кресте и воскресения Спасителя. Спустя 50 лет, 1983 год, объявленный святым Папой Иоанном Павлом II, праздновался воспоминание 1950-й годовщины искупительной смерти Христа. Особенно торжественно праздновался церковью 2000-й год, получивший статус великого юбилея в память 2000-летия христианства. Предстоящий внеочередной юбилейный год провозглашен годом милосердия и приурочен к 50-летию закрытия Второго Ватиканского собора. Откроется святой год 8 декабря 2015 года в праздник непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и завершится 20 ноября 2016 года в праздник Христа, Царя Вселенной. Девизом этого юбилейного года станут слова евангелиста Луки «Будьте милосердны, как Отец». Евангелие от Луки известно притчами о милосердном отце, о потерянной драхме и о заблудшей овце. Начальным обрядом юбилея станет открытие святых врат, которые в остальное время остаются замурованными. Святые врата есть в четырех главных базиликах Рима – Святого Петра, Святого Павла, Мистен, Латеранской базилики Святого Иоанна и Санта Мария Маджоре. Первыми откроются врата в базилике Святого Петра. Это произойдет в воскресенье, в торжество непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 8 декабря 2015 года. Спустя неделю, 13 декабря 2015 года, состоится открытие врат
Латеранской базилике святого Иоанна, в базилике святого Павла вне стен и в кафедральных соборах мира. Святые врата базилики Санта Мария Маджоре откроются 1 января 2016 года в торжество Пресвятой Девы Марии, Матери Божьей. Открытие святых врат символизирует особый путь, ведущий ко спасению. Юбилейный год милосердия привлечет в Рим миллионы паломников. Каждый из них совершит паломничество милосердия, проходя через святые врата четырех базилик, заканчивая этот путь вратами в базилике святого Петра. Некоторые церкви в центре Рима будут специально подготовлены для того, чтобы принять группы паломников, где они смогут молиться и готовиться к переходу через святые врата. Таким образом, паломники смогут пережить события в наиболее подходящем расположении духа. Программа празднования юбилейного года состоит из встреч Папы Франциска с представителями церковных институтов и групп. В программе они носят название «Юбилеев». Так в декабре состоится юбилей семей. В январе состоится встреча папы с организаторами паломничества. В феврале пройдет юбилей монашествующих, а также состоится встреча молитвенных групп святого Падре Пио. В марте запланирована епархиальная встреча молодежи Рима. В апреле в Риме на встречу с папой соберутся представители духовности милосердия, религиозные институты, ассоциации движения, харизмой которых является милосердная любовь. В этом же месяце пройдет встреча с подростками. В мае и июне будет встреча с диаконами и священниками, а также в июне пройдет встреча с немощными паломниками и инвалидами. В июле папа отправится на всемирную встречу молодежи в Краков. В сентябре пройдет юбилей добровольцев служения милосердия и катехизаторов. Октябрь пройдет под знаком Девы Марии, Матери Милосердия. В ноябре в базилике Святого Петра пройдет юбилей заключенных. В течение юбилейного года Папа Франциск примет участие в конкретных делах милосердия, которые, по сути своей, будут носить символический характер. Это будут деяния по отношению к людям из низших слоев общества, бедным и страдающим. Предполагается также конкретное материальное участие, направленное на улучшение жизни этой категории людей. Подобная инициатива будет памятью о юбилее милосердия. Questi momenti avranno un valore simbolico. Эти действия будут очень символичны. Мы будем просить всех епископов и священников повторить эти действия в своих епархиях в единстве с Папой, и каждый верующий может присоединиться к этим конкретным делам милосердия, чтобы выразить свое единство с Церковью. Главной целью мероприятия является единство, чтобы в любой точке мира юбилей праздновался точно так же, как в Риме. Эмблема юбилейного года была разработана священником и иезуитом Марко Иваном Рупником и представляет собой образ доброго пастыря, несущего на своих плечах потерянного человека, чей взгляд встречается со взглядом Христа. Выбор образа доброго пастыря связан с его особым почитанием в Древней Церкви, так как он показывает любовь Христа к человеку через свое воплощение и смерть на кресте. Три овала, высветляющиеся от центра к краю, символизируют движение Христа, выносящего человека из ночи греха и смерти. Также этот цвет символизирует таинственную природу милосердного Отца. Все официальные события будут проходить под знаком этой эмблемы, которая призывает воплощать все добрые намерения в конкретные дела милосердия. Пятого августа в
впервые был опубликован официальный гимн юбилейного года милосердия. Гимн начинается со слов «Misericordes sicut pater», девиз этого юбилея «Милосердный как отец». Настоящий юбилей актуализирует тему церкви, вернувшейся к своей основной миссии – быть символом милосердия и его свидетельством. Этот юбилейный год приглашает всех верующих через таинство покаяния заново открыть для себя милосердие Божье и испытать благодать прощения. Церковь переживает непреодолимое желание проявлять милосердие, которая является плодом ее собственного опыта бесконечного милосердия Отца и Его силы.